Наконец-то мне удалось осуществить давние планы – посетить верховье ущелья Цазию. Собрав все необходимое и воспользовавшись несколькими днями хорошей погоды, я начинаю свое путешествие из селения Хариджин. После полутора часов езды в пыльном пригородном автобусе, легкое дуновение горного ветерка приносит приятную свежесть осеннего горного вечера. Солнце быстро опускается за горизонт, и вершины гор окрашиваются последними лучами заходящего солнца. На сегодня стоит задача минимум. Поднявшись по перевальной дороге около 2,5 километров, перейти на западный гребень ущелья Цазию и по нему траверсом почти без набора высоты углубиться на юг. Здесь, уже в наступившей темноте, я ставлю первый лагерь. Проснувшись и позавтракав, я продолжаю свой путь на юг, к подножию Орхонского массива. День выдался на редкость тихий, и эта льющаяся тишина приносила ощущение спокойствия. Разноцветная палитра осеннего леса в лучах солнца заполняла все окружающее пространство. Позади остался участок старой дороги, проходящий по альпийскому лугу. Еще не выпал зимний снег, но по ночам температура стала опускаться ниже нуля. Тонкая корка льда покрывает немноговодную реку замысловатыми узорами. Небольшой привал и перекус. Я подхожу к концу лесной зоны, и вдали уже виден вал морены, оставленный древним ледником. Местами тропа очень ухоженная и подчищенная. Иногда по пути встречаются кусты шиповника. Их спелые ягоды придают чаю неповторимый тонкий аромат. С вала морены открывается вид на следующую ступень ущелья, имеющую почти горизонтальное дно долины, до следующего вала морены. Затратив почти час на подъем по последней морене, я установил лагерь недалеко от подножия Орхона. Второй день путешествия подходил к концу. Лучи заходящего солнца, прорываясь сквозь цепь пиков и перевалов, освещали редкие облака, создавая каждое мгновение новые и новые рисунки в вечернем небе. Итак, пройдя примерно 9 километров по ущелью Цазию, я установил свой лагерь около языка ледника Цазги. Утро я вылез из палатки, позавтракал. Ну, сейчас собираюсь прогуляться. Раннее утро 22 октября. С первыми лучами солнца в долине просыпается жизнь. На склонах Орхона спят, затаив до поры свою свирепую и неукротимую силу,
Карвы и ледники. Окружающий меня пейзаж может показаться кому-то унылым и безжизненным. Я же без сожаления меняю пыльные городские улицы на прекрасный и непрерывно меняющийся мир. Взамен напряженного, изнуряющего существования, я получаю, наконец, состояние внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром. Постепенно я растворяюсь в красоте и совершенстве, которое вокруг меня везде и во всем. Один из конечных валов Марены, оставленных ледником, имеет форму своеобразных ворот. После того, как ледник отступил, река в одной из разливных лет оставила вот такую вот промоину. Медленно, словно боясь потревожить, разрушить этот хрупкий пейзаж, я поднимаюсь вглубь долины. Похоже, что здесь начинается внизу под моим гребнем замарененный язык ледника Цазги. Я двигаюсь дальше по гребню. Впереди, в долине, открывается вид на тело языка ледника. Да, видимо, здесь все-таки под камнями уже лед, потому что вот вдалеке видны небольшие трещины. Впереди уже в деталях просматривается цирк, закрывающий южную оконечность ущелья и вершины Колотинской группы. Над ледником отвесной стеной возвышается западный склон Архона. Я впитываю новые впечатления, с наслаждением всматриваюсь в чарующие очертания каменных изваяний.
Постепенно небо стало затягиваться быстро идущими облаками, рисуя замысловатые картины над моей головой. Далеко внизу склоны гор укрылись белым покрывалом облаков. Ощущение быстротекущего времени и неподвижной вечности не покидает меня. Вот и мой лагерь. После обеда я иду под стену Архона, где нахожу небольшое углубление в скале, возможно, пещеру. Вблизи вершинная башня производит еще большее впечатление. Отсюда начинается путь на перевал Осыпной, выводящий в Куртатинское ущелье, недалеко от мест слияния Дзамараша с Бугультадоном. Даже в это холодное время года здесь встречаются живые растения.
Время в горах даже не бежит, оно пролетает незаметно. 5 дней, отведенные для встречи с прекрасным, подошли к концу. Пора собирать рюкзак в обратную дорогу. В этот раз горы подарили целое море новых, ярких впечатлений. Позади остался подъем, тяжелый рюкзак, нежная, вечно мешающая в руках видеокамера. Пройдет время, и в памяти останется только визитная карточка впервые увиденного ущелья. Кто-то сказал, что нельзя войти в одну и ту же воду дважды. Можно смело утверждать, что это относится и к горам. Здесь не бывает одинаковых, шаблонных условий. Каждый приезд сюда оставляет внутри меня новый, добрый след. Я уезжаю с надеждой. Нет, с уверенностью. Уверенностью, что мой лучший маршрут еще впереди. С уверенностью, что обязательно вернусь сюда снова.